Всем привет! Привет, Gloss.ua! Это Травкин, Травкин на Буковеле. Травкин забыл дома бритву, и, соответственно, из-за этого у него такая вот образовалась борода. Но скажу, с бородой в Буковеле сегодня довольно-таки круто, потому что на улице не так уж и жарко на улице, прохладненько, а с бородой вот так вот борода согревает, так сказать. Вот, видите, за мной катаются людишки разные. Видно? Нет, не особо видно. Но хочу сказать, что поднимаюсь я в данный момент по 14-му подъемничку, для того, чтобы спуститься с горочки к 15-му подъемнику, а с 15-го пересесть к 11-му, на 11-й, по которому, собственно, можно забраться на самую высокую точку Буковеля. Это гора Довга. Точно вам не скажу, конечно, высоту над уровнем моря. Оставлю в комментариях к этому видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока!